Вот смотри, почему я создал вместе со школой Homo Futurus, Человек будущего, бесплатный ликбез против стресса для всего населения. Это важно. И детям, и взрослым, и тем, которые в стрессе, и профилактика против стресса, и повышение иммунитета, и против коронавируса, и других вирусов, и для лучшего обучения дистанционного, хотя мы сейчас все переходят на дистанционное обучение, и это им очень нужно. Каждому из вас это очень нужно. Послушайте меня внимательно. Почему я это сделал? Потому что контент у нас уникальный, в нашей эпохе уникального контента. Уникальный контент, потому что методика, во-первых, не переписано ниоткуда, ни из одной книги и нигде не взято, ни из какой системы и методов, а создана авторски и утверждена Минздравом в свое время, и Минобразованием рекомендована, официально признанная. Да-да, именно сегодня это нужно. Для того, чтобы каждый человек, и вот ты, например, мог в нужный момент короткими приемами быто снимать нервно-мышечный зажим, раскрепощаться, выходить на состояние внутренней свободы, легче себя чувствовать, быть уверенным в себе и при сдаче ЕГЭ, и других экзаменах, и на переговорах, и на соревнованиях, и в интернете, конечно, да, чтобы голова лучше соображала, чтобы лучше и быстрее учился, лучше запоминал любой материал. Да, и при встрече с неожиданностью, когда много-много проблем в голове вдруг возникает, когда суета мысли, чтобы ты короткими приемами мог быстро снимать вот этот лишний стресс, освобождать голову, освобождать весь организм от блоков, меньше болеть, быть таким устойчивым и обладать теми качествами, которые обладают гении и чемпионы, которые умеют использовать стресс для своих достижений. По существу этот контент уникальный, и поэтому мы сделали бесплатный ликбез против стресса. Он один такой во всем интернете. Он бесплатный, потому что там уникальный контент, нигде не переписанный, утвержденный, проверенный многими документами, и даже синхрогимнастика по методу ключ, в учебнике для 10-11 классов в российской школе. Да. До встречи, друзья.